А в Душанбе по-весеннему тепло в эти выходные. Днем до плюс 10. Правда, вечером и ночью значительно холоднее. При такой погоде важно выбрать правильную одежду. Что в моде этой зимой, узнал Франгиз Шазедова. Мерангиз Хушедзода обновляет зимний гардероб, подбирает верхнюю одежду. Акцент молодая модница решила делать не только на удобство, но и на красоту. Выбрала многослойное пальто из водоотталкивающей ткани. В такую серую промозглую погоду хочется яркости, красоты, а наши национальные узоры на пальто и другие верхние одежды, теплые одежды, прям самое то. Они яркие и в то же время очень скромные, сдержанные и стильные. Прям то, что я хотела. Худи, пиджаки, джинсовки и кофты – все с национальными узорами. В моде этой зимой спорт-классик. Такая одежда подойдет и в любую погоду. Наша молодежь тоже очень любит вот этот стиль, им тоже по душе, и начали одеваться спортивная одежда с классической соединяются, и мне это очень нравится. Вверх одевают такой тяжелый худи, там этот, юбочка, сапоги такие мотобайт, и потом сочетание очень хрупкость, женственность, и в то же время какой-то вот спорт, дерзость получается. Зима в Таджикистане не такая суровая, периодически идут дожди, а снег и вовсе редкий гость, поэтому востребованы в основном пальто. Чаще всего модницы выбирают удлиненные. Основной акцент местные дизайнеры делают на ткань. Зимой больше всего мы используем драп, трикотаж, шерсть. Но также у наших клиентов разные предпочтения. Они иногда даже могут прийти с таким кожным изделием, шубы разные, какие-то там смеховые изделия. Мы принимаем индивидуальные заказы, по их заказам мы изготавливаем их вещи. Метеорологи прогнозируют, что нынешняя зима будет холоднее, чем в прошлом году. Фарангеш Шозедова, Парвиз Манонов, Мир 24.